Понятно, что без машины как без рук. Не, она не нужна. Дорогие, дорогие. Тяжело. Ну, работа в другом городе и так далее. Надо передвигаться. Не знаю. Можно и без машины прожить. Как? Ну, как, пешком ходить? Сейчас к любому мегаполису припарковаться тяжеловато становится. Если поблизости живешь, быстрее пешком сбегать, чем машину завести, лишь бы приехать, поставить. Потом уедешь, поставить тяжело машину. Приедешь, здесь машину поставить не надо. Ну, без нее никак. Зачастую нет машины, сидишь дома и никуда не ездишь, потому что на машине, особенно с маленькими детьми, сел где-то в садик, где-то в больницу, где-то еще что-то, масса всяких дел, которые без нее сделать просто нереально. Главное, какой водитель, чтобы все были взаимовежливыми на дороге, а так я очень даже за.